До 31 января малообеспеченные семьи Колпашевского района еще могут получить новогодние подарки для детей в местном центре социальной поддержки населения. По словам начальника регионального департамента социальной защиты населения Марины Киняйкиной, малоимущие семьи Томской области не забрали почти 20 тысяч новогодних наборов. Специалисты напоминают, новогодние подарки выдаются малоимущим семьям с детьми в возрасте от 1 года до 10 лет, на которых оформлены социальные выплаты, такие как пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет, ЕДВ на третьего ребенка и последующих детей. Подарки можно получить в часы работы центра без предварительной записи. Новогодние наборы выдаются родителю, получающему на себя социальные выплаты. При себе необходимо иметь паспорт. Сельские жители могут получить новогодние подарки по месту жительства у участковых специалистов. Добавим, в 2021 году закуплено 50 810 подарочных наборов из средств областного бюджета. В Центр соцподдержки населения Колпашевского района было доставлено 2705 сладких подарков. Новогодние наборы весом 700 граммов входят шоколадные и карамельные конфеты, а также шоколадные плитки.